По случаю 18-летия компании Кадо, в течение одного дня мы задали нашим клиентам несколько вопросов. И вот что из этого получилось. Пожелать надо в первую очередь удачи, в первую очередь огромного количества клиентов и, соответственно, больших денег. Не стесняюсь этого слова. Это в первую очередь. Это то, что является залогом процветания, это понятно. Хочется пожелать побольше хороших коллекций. Еще побольше. Еще побольше, потому что коллекций не бывает много. Коллекций не бывает много, да. И просто когда уже находишься 14 лет вот в этой сфере, на этом рынке, понимаешь, что практически все уже отработано, даже при таком изобилии. Хочется все больше, больше и больше. Очень приятно, что компания Кадо работает над этим вопросом. Нам хочется, чтобы было еще больше и побольше классики. Вот что это вот лично от нашего коллектива, от мастерской Зацепиной. Да. Побольше классики, пожалуйста. Пожелать не останавливаться, самое главное, на достигнутом. Вы растете, нам очень приятно, что вы растете, нам все больше и приятнее работать, комфортно. Конечно, люди у вас, это было, наверное, основное, как я уже сказала, чтобы оставался тот же коллектив, никто не уходил, мы ко всем очень привязываемся, дружим. Вот, конечно, побольше нам тканей, побольше богатства этой женщине, чтобы был больше выбор, чтобы мы могли все найти. Ну что еще? Если по рабочим моментам, меня все устраивает. Ну, наверное, если только ассортимент, если он будет пополняться, это будет приятно, чтобы мы могли быть конкурентоспособны среди всей Москвы, чтобы никто не нашел такие ткани у других поставщиков. Вот. А если как внутренняя жизнь, то побольше проводите каких-то мероприятий. Мы очень рады на них присутствовать. Чувствуется, что Кадо достигла каких-то вещей, сосредоточиться на них и вспоминать их чаще. Что у нас есть прекрасный коллектив, профессионалы. Что есть дизайнеры, с которыми мы работаем не один год. Много достоинств. И постоянно их как-то вот не забывать и понимать, что все хорошо. Постепенно просто жизнь, она растает все на свои места. Процветание, конечно. Всем здоровья, вдохновения. А мы всегда рядом. Я думаю, что пожелать успехов и процветания, и чтобы все это двигалось, продвигалось, раздвигалось, чтобы было больше у вас заказов, клиентов, чтобы вы были богаче, это приятнее, чтобы было больше путешествий каких-то, да, каких-то совместных мероприятий. Пожелать того, чтобы о вас знали все участники рынка. Еще остались какие-то участники рынка, которые про вас не знают и с вами не работают. И это очень странно. Соответственно, я вам желаю за в какое-то ближайшее время охватить как можно больше людей, чтобы нести красоту в дома. Движение. Креативности, то есть не бояться каких-то новых решений, новых изменений, потому как только у тех, кто стоит на месте, соответственно, ничего не меняется. Поэтому, в принципе, вот я бы пожелала вот таких дальнейших действий, дальнейших решений правильных, вот, и хороших клиентов, друзей. Что важно пожелать на 18-летие нам? Это дата значимая, совершеннолетие. Теперь вы можете покупать сигареты и бухать.
безостановочно. Прям пусть утро понедельника начинается с бутылки Вдовы Клик. Компания может себе это позволить. Сплоченности, чтобы, собственно говоря, люди, кто здесь работает, и, в общем-то, продолжали здесь работать, да, как бы чувствовать себя семьей, вот, ну и благополучие. На 18-летие могу пожелать всего самого наилучшего. Хотя 18 лет такой возраст еще достаточно молодый, но вы большие молодцы и всех конкурентов оставили далеко позади себя. Я желаю больших творческих успехов, больших высот и, естественно, большого количества креативных дизайнеров. Ну, дальнейших успехов. Прибыли и слаженного коллектива, который будет долго работать. Что важно пожелать Кадо на 18 лет? Самое главное – оставаться такими же человечными, какие вы были всегда на протяжении всех наших лет знакомства. Всегда были доброжелательными, потому что уровень профессионализма отличается не только ассортиментом и качеством ассортимента, но и прежде всего качеством, с качествами тех людей, которые работают здесь.